Николай Басков, видимо, решил, что пора сменить вектор обсуждений его так и не состоявшейся свадьбы с Викторией Лопыревой и угодил в международный скандал. Всему виной легендарный британский музыкант Оззи Осборн, который отправляется в прощальный тур. Точнее, его афиша. Дело в том, что еще полтора года назад Басков презентовал шоу «Игра», на плакатах для которого «Золотой голос» снимает с лица маску. Британские же дизайнеры без зазрения совести разработали почти идентичную афишу для Оззи. I'm very disappointed that you took my cover on my show The Game without my permission. Великодушный Николай не собирается требовать с музыканта денег. Он лишь хочет встретиться с Осборном в Москве летом после концерта и решить вопрос по-мужски, с глазу на глаз. Но, возможно, еще и запилить селфи для Инстаграма. We'll be right back.